Чтобы вы понимали, он даже не притворяется. Улитка. Это тоже можно будет. Где мой покебол? Прямой репортаж из Калифорнии. О мой бог, надо было одеть хотя бы шлем. Черт, блин, надо было сбрить ноги. Аэродинамика просто пипец. Тапочный скейтер, это? Ты больной? Я покажу, как надо. И главное упасть после этой фразы. Какой же ты скейпер, без шапки?